Привет, друзья! Мы с вами продолжаем проходить PES, и так как осталось совсем мало времени до, как бы, лета, там экзамены, все дела, мне нужно сейчас как-нибудь PES побыстрее закончить, поэтому сейчас будет дело обстоять так. Я буду в серии играть где-то матча по 4, по 5, в серии только лишь. Матчик с не топовыми соперниками я буду показывать только голы. То есть не буду вставлять опасные моменты, только голы. Матчи с топовыми соперниками, то есть важные матчи, там будет полная нарезка. Короче, дела будут сейчас обстоять так. Мы сейчас играем против Ланкашира. У вас также там много-много лайков. И тогда новая серия появится как можно быстрее. Все это в новом формате, поэтому с вас лайк, короче. Ну, в общем-то, перерыв пока что в первом тайме 0-0. Статистику вы увидите на своих экранах. Не особо пока что тайм богат на моменты. Посмотрим, что получится во втором. Ну, все-таки мы своего добились. 1-0. Аднан Юнузай, который вышел на замену, забивает гол. Уже почти в самой концовке игры. Ошибка вот здесь игрока Бернли или Ланкашира. Не особо я запомнил, нет офсайда, выдерживает эту паузу Аднан Юнузай и спокойненько переигрывает голкипера. 1-0, 71-я минута. Юнузай, 2-0, шикарно. Вошел в игру этот бельгиец и приносит он нам уверенную победу в игре против Ланкашира. Ну, приехали. Ну и, собственно говоря, спокойно доводим дело до победы. Поехали дальше. Игра против Челси лондонского, одного из лидеров турнира. Мы с ними ведь уже встречались в Суперкубке Англии, тогда спокойно. Ну как спокойно, я победил, короче, тогда со счетом, по-моему, 1-0. Сейчас надеюсь повторить данное достижение. Мемфис, Депай, которые пропускали последние игры из-за травм. 1-0, фига себе, и гол засчитан, и это Неймар вроде бы, да, это Неймар, спокойно, пас из центра, из глубины, по-моему, от Хамеса и, собственно говоря, бразилец, замыкает эту латиноамериканскую связку. Ой, Куртуа, добрый вечер, и я дебил. А вот это было уже тоже опасно. Ой, какие раскатки тут у Челси. Гениальнейший пас! 2-0! Супер пас! И это, кстати, вновь Хамес отдал. Вы просто посмотрите на это чудо. Конечно, тут 99% заслуга Хамеса Родригеса, который в касание, по-моему, да? Да, в касание между... Ой, ну слушайте, это в учебник. И показывать надо детям. Как подрезать оборону. Удар Депая по ряде. Ну, спасибо за подарки. Твою мать, второй раз уже подарком Челси не пользуюсь. Депай удержал на ленточке мяч. В штрафную вошел. Штанга Месси. 3-0. Это изи, это просто не чувствую. Ох, как повезло. Перерыв. Ну, по статье я как бы веду Челси тут без вопросов абсолютно. Мое лидерство. Заброс на дальнюю. Ой, Хамес. Один из героев сегодняшнего матча. Хамес. Человек с самым точным пасом у меня в тиме. Сейчас, к сожалению, пас не точный. Ой, что сегодня делает в своей защите Челси? Я не понимаю этих парней. Месси. Остановите этого гениального аргентинца. Хет-трик. Просто бомба. Месси. 4-0, я побеждаю Челси, это была, так скажем, изи катка. Поехали, Лига Чемпионов против ПСВ. Мы с вами, по-моему, Барсу победили в первом круге, в раунде, в туре. Хотя, знаете, Лигу Чемпионов я, наверное, буду полностью освещать. Подача 1-0. Изи гол, by Мемфис Депай. Прорвали мы оборону ПСВ, и голландец забивает голландца. Пиздец. Отыгрывает тут же гол ПСВ. Ну, бля, без привозиков, Тима. Пиздосик, что происходит с моей обороной? А еще лучше, что происходит с моей атакой? Просто, блин, как...
стадо баранов каких-то бегут за мячиком. Не знаю, что с ним сделать. Пиздец, блядь. Привоз на привозе. Спасает меня сейчас ПСВ. Просто сам не забивает пустые ворота. Ёпти-мопти, что, блин, происходит? Перерыв, пиздец, меня просто ПСВ ебёт, серьезно. Смотрите, на статистику, меня просто во все щели. Ну вот наша контратака, надеюсь, на мое трио. Месси. Месси прострел! Ну как? Голкипер. Теперь уже голкипер ПСВ показывает уровень. Зуд вроде там стоит. Без понятия, если честно. Не обратил на это внимание как-то вот. Пау! На нахуй. Мемфис! Как старое доброе, решает эпизод в одиночку. Просто посмотрите, в районе центрального круга получил мяч и пошел. И просто пошел пешочком по центру. Ну, не пешочком, вернее, бежал по центру. И просто удар в уголок в самый. Хорошо. В центр, пожалуйста, все, один на один. Да, друзья. Я думал, такого не бывает. Все. Мы побеждаем ПСВ. Трудом, но благодаря Депаю мы это делаем. По статистике, конечно, ПСВ был лучше. Теперь у нас и вовсе Ливерпуль. Какая-то серия очень сложная в плане соперников. Поехали. Ливерпуль один из лидеров чемпионата тоже, как и мы. Быстро. Быстро. Я думаю, уже пропускаем, но нет, пока что. ДДХ меня выручает, и Netline что-то херню какую-то сделал. А вот здесь пас на Месси! Лео! У него со скоростью все в порядке. Убрал мяч под левой, и... Эмре Джан. Морено, у него же бешеная скорость. Передача. Здесь надо скушать. Накрыть, говорю, надо... Ну, это штрафной, рэп. Удар Бала. Да ёпти. Как отскакиваем-то? Да не, бля, ну какой-то вообще лютый звездец происходит пока что на поле. Балотелли, удар, вновь Дехе. Фак, вот это... Сейчас уже, по-моему, ну не гиперотскок, но уже близко к мегаотскоку. Потому что сейчас мяч уже вообще на ленточке катился. Мне вообще забить осталось, чтобы отскок стал просто отскоком года. О, бляха-муха, как мы откакиваем! Ха-ха, блин, я просто пожарю. Фак. Ох. Пиздец, я уже не знаю... Какими правдами и неправдами я еще живу. Но я стараюсь, потому что... Ну, это желтая. Да, Месси успел убрать мяч. Та его. Ускорение, но тут наконец-таки Нед Клайн хотя бы один раз за матч выиграл это противостояние. Теперь Месси попрессинговал. Ошибка. Ну, надо наказывать за такие ошибки, Миньоле. Вот сейчас Ливерпуль концентрацию-то потерял, это Лейва. Тихо, тайм-то еще не закончился. Тайм не закончился. Вот теперь закончился. Статистика перед вами. Ударная концовка у нас выдалась, но, к сожалению, все равно мы не смогли забить. Шикарный отбор между двух. Фак. Депай не забивает выход один на один. Ё-моё, друзья, куда я... Попал. Пощадил Ливерпуль. Арбитр. А теперь забег Хави Манкильо. Который вообще непонятно чем закончился. Что попытался изобразить Манкильо. Ну и, к сожалению, Ливерпуль добивается своего. Лазар Маркович. 1-0.
Да, ну тут я уже ничего не буду говорить. На самом деле удаление должно было быть у Ливерпуля, потому что они должны были уже играть в меньшинстве. Ну а это что? Желтая Манкилья. Манкилья на желтый просел, ушел травма, поэтому я выпускаю Альбу, чтобы побегал. И давайте выпустим Эдена Азара вместо Хамеса. То есть тоже напрячь надо, ту зону будет. Прострел 1-1! На нахуй! Кто забил этот гений? Лео Месси. Умничка, Лео! Манкилья на желтой сидит, да? И вышел у меня быстроногий Альба. Удар Балотелли, неприятный удар. Ну! Что это, блядь, ну... Чё они себе позволяют сегодня? Почему Ливерпуль так грубо играет? Манкильо, ну теперь-то ты обязан его удалить, потому что что вот это вот? Просто человеку чуть ногу не оторвал. Да, Манкильо ушел. Я знал, на что я шел, когда выпускал Альбу. Ну что же, и эти проблемы Ливерпулю я организовал. У меня есть буквально 15 минут. Отлично! Мемфис, ну вот сейчас. Месси! Да бляха-муха! Продли, пожалуйста, умница! Ну вот здесь теперь... Мемфис! Да! Сука! Фланг Манкилья, господа. Это фланг Манкилья. И Мемфис, конечно, идеально попал в дальние 9. 88-я минута. Я вышел вперед в матче против Ливерпуля. В матче, который... Помимо того, что шел ужасно просто для меня. Так я еще и пропустил первый. Ой, какие провалы. Неймар. Двосики. Вы запарились со своими подкатами. Да! Я вас поздравляю, друзья. 4-я победа в серии. Тяжелейшая победа над Ливерпулем. Одержана и, собственно говоря, Де Хея игрок матча. Я, в принципе, согласен. На этом все, друзья. Всем спасибо, кто посмотрел. Поставьте лайки за новый формат. Так мы куда быстрее пройдем карьеру. На этом все, собственно говоря. Всем спасибо за просмотр и всем пока.